Допусти ты меня! Нет! Я бегу! Я бегу! Там еще и Монти справа! Она пытается меня найти. Вот я вот здесь в ящике, она прямо возле меня сейчас. Иди отсюда. Иди отсюда. Братишка, я бегу. Я бегу. Кнопку. Да я! Я был возле кнопки! Я был рядом с ней, вы серьезно? Друзья, давайте быстро вкратце. Во-первых, меня зовут Робзи. Во-вторых, я сижу в окружении роботов. Меня ищет сейчас Чика, а это новая часть Fight Night Freddy. В прошлой серии мы дошли именно сюда. Здесь нас с вами и поймали, но дальше мы с вами не продвинулись, потому что это было мега сложно, я не знал, куда идти. Теперь я немножко разобрался. Нужно не попадаться этим роботам на глаза и потихонечку проходить дальше, потому что мы находимся в какой-то заброшенной прачечной или что-то такое. Так, тихо. Не попасть на глаза, потому что если они меня увидят, если вот эти чебуреки меня заметят, они сразу позовут Чику, и что будет дальше, правильно, она меня сразу поймает, и мне мало не покажется. Чё вылупился? Чё ты на меня вылупился? Видишь, прохожу. Тихо, ты чё такой шустрый? Тихо, не быкуй, так. Во, смотри, здесь проход между... Между стиральными машинами. Хорошо, мы прошли дальше. Вроде бы я разобрался. Так, здесь есть какие-то две двери. Налево или направо, давайте пойдем сюда. Так, чё? Да не нужна мне карта, не нужна. Отстань. Что там? Что? Ванесса! Откуда ты здесь взялась? Подожди, мы проиграли? Это продолжение. Найди Фредди, вернуться к Фредди. О, нас поймала сейчас Ванесса. А где мы сейчас оказались? Погоди. Где я? Ты только посмотри на это. Подожди. Фредди, ты меня слышишь? Грег, я в ловушке. Наверняка ты думаешь, что ты очень хитер, Грегори. Да, я знаю, как тебя зовут. Ты влип по полной. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время, поэтому ты будешь сидеть здесь в бюро находок, пока за тобой не приедут родители или полиция. Так, это... Ну как тебе весело? Вы видели это? Кролик, это Банни, это вот там в телевизоре был Банни, так. Подожди, Ванесса, это Банни? Так, что здесь есть, Нам нужно сейчас быстренько как-то отсюда выбраться. Давайте, наверное, подзарядим наш фонарик. Явно нужно подзарядить, потому что сейчас, я думаю, ночка будет очень весело. Воу, ты что так меня? Тихо, почему меня так колбасит? Что? Вы вот это Банни, смотри! Вас, вы видели? Исчез! Это что было вообще такое? Какой нафиг Банни, вы что издеваетесь? Так, я послушал эту Ванессу. Она превращается в кролика, как мы и говорили. Так, надо быстро отсюда убежать, надо быстро отсюда сваливать. Четвертый уровень, подожди. Подарочек. Отвертка. Давай. А как там вылезти с помощью... Открыть. Вот оно что, нужна была отвертка. Добраться до атриума, прежде чем Банни вас найдет. Я не хочу, чтобы Банни меня нашел. До атриума. Я бегу! Нет! У меня глюки начинаются. Пипец, она везде. Где атриум? Пожалуйста. Так. Фредди, помоги. Крольчиха нашла меня. Если получишь это сообщение, приходи ко входу в гонки Рокси на второй этаж. Я принес несколько гробов, чтобы ты мог перебраться через строительное ограждение и найти меня, что блокирует мой сигнал. Приходи к гонкам Рокси. Так, все, ребят, запомнили. Гонки Рокси. Пипец, вы видели эту Банни? Я слышу тебя. Так, второй этаж. Нам нужно второй этаж, гонки Рокси. Все запомнили? Все внимательно идем на гонки Рокси. Пипец. Еще и Банни здесь. Получается, Банни это и есть Ванесса. Что-то мне не закладывается такое, знаете, подозрение, что это будет финальным каким-то боссом. Сейчас нас гоняет Чика, потом еще кто-то будет гонять. Так, Фредди я вызвать не могу. На второй этаж. Мы с вами находимся на каком этаже сейчас? А, мы находимся как раз-таки на втором этаже. То есть нам, получается, нужно никуда не уходить, идти именно по этому этажу. Никуда не сворачивать. Так, вот эти...
Ты кто? Это кролик? Где? 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 Это Рокси! Это Рокси! Это Рокси! Это Рокси! Отстань, отстань! Нет, 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 там была Рокси, вы это видели? Вы видели. Так, подожди. Содарум закрыта на реконструкцию. По идее, это и есть гонки Рокси. Я не знаю, правильно. Ребят, я не знаю, правильно иду или нет, но мне кажется, я зашел в какую-то темную штуку. Так, это лабиринт. Тихо. Я не хочу выключать фонарик. Так. Туалеты. О, мешок. Мешок. Что здесь у нас лежит? Забираем. Обязательно нужно забрать. Я не знаю, что здесь, но нужно забрать. Закрытая зона, зарядная станция. Покажите мне, пожалуйста, гонки Рокси. Так, я сохранюсь. Я на всякий случай сохранюсь, потому что возвращаться к Ванессе я точно не хочу. Да. Так, вот там Рокси. Пока. Пока, удачи. Пошла нафиг! Как мне туда пройти, на второй этаж? Как мне пройти на второй этаж, демоны? Вон они внизу! Рокси Рейсэвэй. Так вон они. Они вон с той стороны, видали? Вон они там с той стороны. Все. Сейчас мы с вами туда доберемся. Главное, чтобы она не выскочила сейчас на меня. Ниоткуда, ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу. Так, получается, мы должны лезть где-то здесь. Где-то здесь должен быть спуск. У меня закончился бег. Нам опять идти в эти коридоры? Или где-то здесь есть секретный спуск небольшой? Так, погодите-ка. 2000 years later. Оказывается, все было намного проще. Я почему-то не подошел к этой двери. А она у нас просто открывается. Так, главное, чтобы здесь не было ни Рокси, ни Чики, никаких там ничего. Но, судя по звукам, здесь есть роботы, окей. Вот они, в гонке Рокси. Теперь нам нужно найти какую-то груду коробок. Или что-то с этим связано. Так, вот она, груда коробок. Здесь еще какой-то проход. Погоди, я просто обязан сюда сходить. Я по кругу прошел, ладно. Груда, тихо, не быкуй. Уехал. Так, оп. Пошел нафиг, меня здесь не было. Опа! Найди Фредди! Фойе гонок Рокси, воспользуйся грудой коробок. Это Фредди! Ему плохо... Подожди. Фредди плохо? Чего? А что с ним случилось? Фредди плохо, пипец, вы это видели? Погоди. Фредди, подожди. Я к тебе Фредди. Иду. Ты в порядке? Okay. Кто с тобой? Вот ты где. Я так волновался. Я ждал тебя. Я пропустил подзарядку, в этот час я пытался пробраться в отдел запчастей и обслуживания. Мне кажется, что-то тут не так. Фредди, а ты болен? Что случилось? Что я могу сделать? Она приведет тебя в репетиционный зал, с другой стороны здания, найди билет за кулисы, затем попытайся включить лифт. Давай, Фредди, отдыхай. Так. Сейчас мы сохранимся. Короче, нам нужно теперь найти билет. Мы будем сейчас спасать Фредди. Вообще. Здесь есть проход. Окей. Мы с вами где-то на паргузочной какой-то штуке станции. Сохраняй безопасность. Сохраняй бездистанцию. Так. Мы нашли дверь, которая была за Фредди. Мне бы фонарик, может быть, подзарядить. Рокси? Это Рокси? Она здесь? Пожалуйста. Рокси, вот не до тебя сейчас. Вообще не до тебя. Эта гадина 100% где-то здесь рядом находится. Так, выход. Нет, аккуратненько. Отвали ты, тварь! Делай! Она уже здесь! Нет. Я бегу. Бегу. Она за мной. У меня закончился бег. Да иди ты! A few minutes later. Это было нехорошо. Так, еще раз. Фредди у нас здесь лежит. Он сказал, дверь, которая находится за ним. Может быть, я не в ту дверь пошел? Серьезно. Может быть, надо было где-то еще дверь поискать? Но здесь больше двери-то нету. Вот в чем дело.
Здесь только одна дверь, которую мы пошли, где нас поймала с вами Рокси. Короче, я иду, я буду в этот раз более осторожен. Так, все, я сохранился. Фонарик у нас вроде бы заряжен. Бегу, 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 бегу. Здесь Рокси у нас нет, поэтому здесь пробегаем сразу. Не останавливаемся вообще. Да-да-да, я потерялся. Пошла в баню, гадина ты, волчара позорная. Так, идем, 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 идем. Тихонечко, отрегениваем скорость бега. Нам нужно пробраться мимо этих охранников. Так, аккуратненько. Так, аккуратненько, чтобы нас... не поймали. Подарочек, тихо. Тихо, это мне нужно. Это мне очень нужно. Майка кумира с Фредди. Ой-ой-ой, какое ничтожество. Ты чё, быканула? Я могу помочь. Пошла нафиг, пошла нафиг. Пошла нафиг, она за мной. Она за мной, она... Я спрятался. Она не видела, она не видела. Она не видела. Она видела. Нет, она не видела. Вот это хорош. Так, камеры. А, камеры здесь не работают. А, разработали, ребят. Так, подожди, где я? Так, я вот здесь. Я в этом ящике сижу, вон она. Так, ждем, пока она свалит. Ждем, пока она отсюда уйдет. Потому что так, мне сейчас нужно будет дальше идти. Дальше, я сейчас пройду дальше. Она пытается меня найти. Вот я вот здесь в ящике, она прямо возле меня сейчас. Иди отсюда. Иди отсюда. Ты что там унюхала? Уходи. У тебя нет друзей? У тебя нет друзей. Тихонько. Тихо. Уходим. 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 Так, она ушла. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо. Так, мы проскочили. Проскочили. Так, где-то здесь будет робот кататься, да? Ага. Ага, ага, значит за ним нужно. Эй, пацан, выходи, мы всего лишь хотим тебе помочь. Да-да-да, пиньята эль чип. Ага, спасибо за пиньятку, но она мне сейчас совсем не нужна. Так, я нахожусь, получается, в этой комнате. А, за дверью у нас только роботы. Рокси шарится где-то непонятно где, я ее здесь не вижу. Оп, так, сейчас проедет мимо меня. Проехал? Все, уехал? Пошел нафиг, пошел нафиг. Доходим. Вот, последняя дверь. Хорош! Мы дошли. Фух! Вот это было хорош! Вот это хорош! Вот это мы, конечно, справились. Вот это мы красавчики, мимо роботов. Налево, направо. Конечно, сохранение. Конечно, можно отдохнуть. Может где-то здесь подзарядить батареечку. Так, подзарядим фонарик, потому что он у нас уже садится. Уже начинает мигать, моргать. А там все, что с ним фиговое происходит. Так, Рокси вроде отвалила от нас. Вентилятор. Так, требуется билет за кулисы. Ага, то есть мы теперь должны найти с вами билет за кулисы. Вот она! Вот она коробочка. Вот она коробочка. Ну-ка, давай билет за кулисики. Давай, давай, давай. Билет за кулисы. Хорош. Хорош, отлично, ребят. Найти управление лифтом в комнате за кулисами. Это комната управления. Ребят, это 100% комната управления. Вот! Вот, 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 вот. Здесь еще кое-что еще. Выглядит старым. Пропуск охраны. Грегори, что ты сделал? Что-то случилось? Я снова могу использовать связь. Похоже, ты исправил мой сигнал. Спасибо. Пропуск позволяет открывать пронумерованные защитные двери. Общий уровень допуска игрока отображается на часах фаз. Не выпускай их. Защитные двери оснащены электрическим сдерживающими средствами. А вон Монти! Видишь, что большую шахту в полу? Возможно, ты стоишь прямо на ней. Если я смогу добраться до комнаты под тобой, то смогу попытаться открыть ее. А вот, 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 вот. Похоже, все двери заблокированы. Следи за мной по мониторам. Если я машу рукой, нажми на кнопку перед соответствующим монитором, чтобы открыть дверь. Так. Ага, вот, короче, кнопки. Вот кнопки. Бани, пошла нафиг! Подожди, подожди, подожди. Открой дверь, открой дверь. Где он машет? Да нет! Возле какой кнопки он машет? Я не вижу. А, вот здесь. Вот. Хорош. Так. Так, 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 так. Фредди, 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 Фредди. Я вижу. Я жду, 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 жду. Где ты появишься? У нас 4 минуты. Так, здесь Фредди нет. Здесь Фредди нет. Здесь Фредди нет. Ребят, где Фредди? А, вот, вижу, вижу. Фреддик, Фреддик, Фредди. Хорош, забегай. Давай, 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 давай. Она заканчивается энергия. 4 минуты. Скорее сюда. Где? 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 Так, где ты, Фредди, твою налево, где ты? А, вот, вижу. Давай, заходи.
3 минуты остается у нас. 4 минуты. А, 4 минуты. Питание помещения. 4 минуты. Давай, давай, давай. Я вижу, вижу, вижу тебя. Хорош. Давай, давай. Заходи, 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 заходи. А где Фредди? Я не вижу, в каком он монитор. О, боже мой. Монти ворвался. Это было интересно. Так, давай. Ага. Я готов. Я готов. Улучшение аккумулятора. Хорош. Улучшение аккумулятора фонарики. Спасибо. А чё я не взял это первый раз? Так, мы должны забрать здесь, получается, подарок. Он находится где-то вот здесь. Во-первых, сумка. Во-первых. Во-вторых, здесь подарок должен быть у нас ключ-карта, короче. Мы должны забрать. Он находится вот здесь. Вот, пугнул. Отпугнул, отпугнул, отпугнул. Этих отпугнул. Где Фредди? Где Фредди? Фредди, 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 Фредди. Открываю, открываю, открываю. Так, этих пока, эти пока не ломятся, эти пока не ломятся, пока что успокоились, пока что ребятки эти успокоились, все, двери у нас целы, ломится, 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 на, получи тебе, гадина, так, хорошо, эти нормально, эти пока не ломятся, Фредди где-то стоит Фредди, Фредди, ты где, Фредди, братишка, ты где, где ты мой хороший, вижу тебя, вижу, 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 так, этот ломится, в микрофон, на тебе, током тебя двинуло, бежать через вентиляцию. Все. Давай, 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 давай. Прости, Грегори, я боюсь не в состоянии нести тебя. Уходим, уходим, уходим. Следуй за мной в атриум. Это диск программы для сценического шоу. Если ты используешь его в звуковой кабине, то сможешь запустить развлекательную программу, которая активирует лифт. Я понял. 10 уровень доступа. Офигеть, офигеть. Пошли, Фредди, я за тобой. Все, Фреддик, подожди, подожди, мой хороший. Там не убегай так быстро. Так, давай, 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 давай. Пипец, ты поломанный, дружище, мы тебя не до конца починили. Ты еле ходишь, братишечка, ты Фредди, ты Федор-то, что с тобой случилось-то, малыш ты мой хороший. Но он, слава богу, что он хотя бы мне помогает. Нам нужно запустить развлекательную программу, чтобы эти аниматроники отвлекли. Я ничего не понимаю, Фредди. У тебя субтитры попали, братиш. Субтитры пропали. Используй диск в звуковой кабине, чтобы активировать главную сцену. А-а-а, так вот ты где, гадина. Вон он стоит сверху. Вон Монти, видали? 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 Там Монти сидит. О, подарочек, подарочек, хорошо. Так, забираем. Тихонько, там Монти сверху стоит, ребят. Тихо, тихо, тихо. О, пиньята Монти. Куда мы? Да пошла... Пошла нафиг! Я спрятался, я спрятался, я спрятался. Тихо, 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 сидим, сидим. Вообще не дергаемся, вообще не дергаемся. Короче, я тут кое-что нашел. Я кое-что нашел. Во-первых, я сохранился. Во-вторых, здесь я нашел какой-то подарочек. Я не знаю, что за подарок здесь лежит, но он здесь есть. Я его должен забрать. И улучшение Фредди? Офигеть, ребят! Мы с вами реально нашли улучшение Фредди. Получается, мне нужно подняться на самый верх по этому эскалатору. И куда? Тут еще другие аниматроники ходят. Тут все, в принципе, аниматроники ходят. И они просто офигевшие. Ребят, смотри, кто здесь есть. Рокси! Тихо, Рокси, Рокси, еще и Чика, подожди, камеры, 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 где я, где я, где я, где я, это не тот этаж, не тот этаж, я не, а вот, во-во-во-во, я сейчас в кабинке, я в кабинке, а вон она ходит возле меня, смотри, ах ты ж гадина, вон она, смотри, меня ищет, она меня унюхала, но фигушки тебе, сохранить мне, естественно, сохраняемся, ребят, без сохранения вообще ни на шаг. Хорошо, что я сохранился. Хорошо, что я сохранился. Пошла нафиг! Пошла нафиг, гадина! Вы это видели? Я только сохранился, она сразу на меня напала, я только вышел с сохранения. Так нельзя! Так нельзя вообще с людьми поступать! Рокси, Чика, еще кто здесь будет у нас ходить? Вообще, вы офигели, что ли, столько роботов? Так, здесь еще эти катаются твари на мопедах вот этих вот. Она идет за мной! Отвали! Отвали! Пошла нафиг! Пошла нафиг! Мне нужно спрятаться! Куда спрятаться? Куда спрятаться? Вижу. Все. Так, тихо, тихо. Сидим, 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 сидим. Я сижу где? Я в этих вот штуках. Вот она идет. Вот она прямо сейчас возле меня. Вон она. Что, использовать диск шоу. Так, 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 так. Все, пошла, пошла, пошла. Нажать кнопку на главной сцене. Теперь нужно вернуться. Тебе нужно быстренько вернуться тем же путем, я так понимаю, да? Проблема, что я не вижу Чику, я вижу роботов. Музончик пошел, ребят, помните, мы начинали игру? Начинали игру, и такая же музыка была. Давай, 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 давай. Я вижу Чику.
Наверное, стоит зайти сюда. Блин, кролик, кролик. Пошла нафиг. Пошла нафиг. Да быстрее, беги, 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 беги. Так, не беги, Чика идет, Чика идет, Чика идет, беги. У меня начала кружиться голова, это значит Банни меня преследовала. Я, короче, пошел. Я тупо на прорез. Допусти ты меня! Нет! Я бегу! Я бегу! Там еще и Монти справа! A few minutes later. Оно только что заглянуло! Оно только что заглянуло, а я рядом здесь, пипец! Выходим, бегу! 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 Бегу на главную сцену! Бегу, Фредди! Я уже бегу! Братишка, я бегу! Я бегу! Кнопку! Да я! Я был возле кнопки! Я был рядом с ней, вы серьезно? 2000 years later. Так, 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 так. Попыточка теперь номер еще одна. Быстренько, быстренько. Я от Рокси уже свалил. Так, я вот сейчас пытаться свалить еще от одного. Обалдуя. Пацаны, я бегу на сцену! Я бегу на сцену, у меня есть все шансы добежать. Давай, 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 давай. Нажал! Нажал! Я нажал на кнопку! Отличная работа, звезда! Просто нажми на эту кнопку! Нажал, Фредди, нажал! О нет, сколько сейчас времени? Эта лунная тварь поймает меня! Уйди, уйди! Скорее нужно добраться до зарядной станции, за мной! Давай, 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 Фредди, 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 беги! Там лунная тварь! Куда? Сюда! Давай, беги, 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 зарядная станция! Вот, 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 Фреддик! Все, все, зарядная станция здесь. Вы зашли. Нет! Куда? Положи Фредди! Положи Фредди, мразь! Ты че? Он украл Фредди! Он убил Фредди! Пробраться в отдел запчастей обслуживания. Пипец, вы это видели! Офигеть! Ребят, на этом закончим серию. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайкусик, нажмите на подписаться. А я пойду в следующей серии спасать нашего Фреддика.